Трагедия на Минской. Три дня. Вторник в Ивановской области был объявлен днем траура по погибшим. Заканчиваются работы по вывозу имущества из уцелевших квартир. Дом снесут, как только закончатся следственные действия. На сегодня 8 жильцов дома 63Б расположились в гостинице. Остальных приняли родственники. 4 семьи самостоятельно подобрали квартиры для аренды. Город выделит для этих целей деньги. 2 семьи для своего дальнейшего проживания рассматривают маневренный жилой фонд. Завершаются выплаты единовременной помощи по 10 тысяч рублей. Вскоре пострадавшие и семьи погибших получат основную часть компенсации. Выплаты следующие. 300 тысяч рублей семьям погибших, 200 тысяч рублей пострадавшим непосредственно, по 60 тысяч рублей выплаты составляют за утрату имущества на каждого члена семьи, проживающего по данному адресу, и 10 тысяч рублей – это у нас единовременная помощь, единовременная выплата.